Всем привет! Меня зовут Алена. Сегодня мы будем с вами сажать растения. Самый большой страх у людей – это летние посадки. Но сколько преимуществ у этих летних посадок? Во-первых, вы видите сорт растения. То есть это не весна, когда вам продают голые палки, открытый корень, который посадишь и неизвестно, насколько он приживется. Это растения, которые уже укорененные в контейнерах, которые видно, какой сорт, какой цветок, какой листик. То есть это стопроцентное попадание в сорт. Вы можете выбрать самый лучший, самый красивый. И как бы совершенно без проблем посадить его к себе на участок. Еще одно преимущество летних посадок. То, что весной, когда вот реально некогда, когда все горит, когда нужно сад привести в порядок, все перекопать, внести удобрения, совершенно некогда заниматься благоустройством сада в плане озеленения. Вот. А тут наступило лето, в принципе, когда у вас нашлось свободное время, отпуск, вы собрались, поехали в питомник, набрали растения, которые вам необходимы, и спокойно высаживаете их в сад. Ну и чтобы окончательно вас убедить в надежности летних посадок, мы с вами сегодня посадим цветущие красивые растения. Вот такой ассортимент я себе набрала для посадки. Здесь у нас лапчатка трех сортов. Крем, розовая и оранжевая ротайс. Гайлардия, чубушник веничный, садовый жасмин по-другому его называют, вилла сорт Бристоль Руби. Особенность у него, он цветет практически все лето. Так, и это у нас, по-моему, дербейник, да, сорт Роберт, один из самых красивых сортов. Он как раз будет перекликаться по цвету с вигелой. Трам-парам-пам-пам-пам-пам. Итак, я выбрала лапчатку розовую, дербейник, сорт Роберт, лапчатка белая, чубушник веничный, или жасмин садовый по-другому. Он уже довольно-таки взрослый куст. И вигела сорт Бристоль Руби. Отличается очень долгим цветением, он практически все лето цветет. У нас ушло, я не знаю, 5-7 минут, наверное, на посадку.
Так, это у нас растения. Как выглядят сейчас после посадки? Ах, красавцы! Еще одно преимущество такой посадки — это то, что не нужно сразу поливать. Вот когда у нас будет возможность, через 2 часа, через 3 часа, завтра утром, вот тогда мы их польем. Так, прошло полчаса. Ну, живые, даже листики не завяли. Ну, кто еще боится сажать летом в самый полдень? Нет, сейчас уже вечер. Ну, сажали в полдень. 10 минут цвел уже.